голосовать по месту пребывания, а не прописки. Такую возможность теперь предоставляет и портал госуслуг. Как подать заявление через интернет сегодня, рассказали в областной избирательной комиссии. Доступность для голосования повышена до максимального уровня. Каждый человек может сейчас голосовать там, где ему комфортно, там, где ему удобно. И, в частности, такой порядок можно реализовать как через личную явку в избирательную комиссию территориальную, либо участковую. Также это можно сделать в МФЦ. Но и сейчас у нас уже заработала услуга прикрепления к участку через портал госуслуг. Данная услуга будет очень востребована для тех, кто в день голосования будет вдали от места фактического проживания, от места регистрации, но в рамках Ярославской области, то есть не в другом субъекте Российской Федерации. Если вы уехали на выходные отдыхать ближе к водоему и хотите изъявить свою гражданскую позицию в день выборов, то вы можете уже сегодня, зайдя на сайт госуслуги, выбрать тот избирательный участок, в непосредственной близости к которому вы будете находиться, то вы сможете проголосовать именно на этом участке 10 сентября.